17 часов на «Спартаке» началась игра. Хозяева поля открыли счет в первом же тайме, забив два мяча в ворота соперника. И во втором тайме игрокам Центра спортивной подготовки по футболу не удалось пробить оборону анапской команды. А вот наши футболисты забили еще два гола. Итог поединка 4-0 в пользу команды «Анапа». Это уже вторая победа наших футболистов в чемпионате Кубани. Напомним, в прошлую субботу они играли гостевой матч в Новороссийске. Встреча футболистов «Анапы» с командой «Черноморец» Дубль завершилась со счетом 4-0. В субботу, 3 мая, анапчанам предстоит игра на выезде с командой «Тихорецка Труд». Ближайший же матч на «Спартаке» состоится 10 мая в 18 часов. «Анапа» сыграет с «Сочи».